Приоритете – сквер возле Северного Сияния, маска скорби, смотровая площадка. За эти объекты проголосовало большинство участников городской акции по выбору объектов благоустройства. Она стартовала неделю назад. Свое мнение высказали уже более 1500 магаданцев. 150 голосов набрал сквер возле Северного Сияния. Чуть меньше – площадки у монумента «Маска скорби» и на смотровой в Нагаево. Точки сбора предложений работают в супермаркетах «Мегамаг» и магазине «Гастроном» на Карла Маркса с 18 до 20 часов. Итоги акции подведут в марте.